Ока. Семочка А. Мила Ок. Давай начнем. Первое, что мы рассмотрим, это два масла. Одно масло жим, рафинированное, и другое окрашенное маслом. Дальше у нас баттер отлично рафинированный. Баттер кукуман. Основа для крема. Основа для крема. Еще одна. Баттер кукум. Две ванночки вазелина. Пищевой аромат для капучино, литва. И перец, литва, пищевой аромат для капучино. Натуральный увлажняющий фактор. Генерала черной малины, генерала персика и генерала астана. Еще одна основа для крема. И баночки. Начиная от самой маленькой, вот такой, и заканчивая самыми большими, вот такими. Дальше у нас вот такие баночки. Маленькие и большие. Еще у нас есть две баночки, два юга, одна помада. У нас есть Лиа косметическая. Я в нее красит помаду. И мы переходим к самому интересному. У нас есть два флакона для духов. И вот такой флакон для духов. Здесь у нас есть вот такая ванночка, ее можно использовать как для крема, так и для их обмена. Ну вот и все, мы опять же убедились в том, что все посылочки от Мила Ок приходят вовремя и в хорошем качестве. Всем пока, с вами было Мила Ок.